Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы уже успели заметить, что я запустил на своем канале новый плейлист. Это тренировки в прямом эфире и без монтажа. Я хочу знать, нравятся вам эти тренировки, нужны ли такие видеоролики, и только вы можете помочь мне понять, делать такие ролики или они вам не интересны. Если вам нравится, ставьте лайк, я буду понимать, что вам нравится. Если не нравится, ставьте дизлайк. И обязательно пишите в комментариях, что вам нравится, что не нравится. Это помогает мне ориентироваться на ваши запросы, делать ролики, делать канал интереснее, информативнее, в первую очередь для вас, ведь я это делаю в первую очередь для вас. Конечно, сам получаю от этого удовольствие, то, что могу вам помогать. Также не забывайте, что вы можете присылать мне в личку ВКонтакте, если вы сомневаетесь в своей технике или хотите убедиться, что в ней нет ошибок, свои видеоролики с приседаниями, со становыми тягами, с другими упражнениями, как делают многие. Я обязательно просмотрю и прокомментирую, если у вас есть ошибки. Кстати, многие, кто присылает ролики, делают идеально и присед, и тягу лучше, чем я, лучше, чем многие мои ученики. И это не может не радовать. Я надеюсь, что мои ролики помогают вам. На канале скоро 100 тысяч подписчиков. Ну, может быть, не так скоро еще, в среднем у меня где-то от 2 до 3 тысяч подписчиков прибавляется ежемесячно. И я очень благодарен всем тем, кто со мной на протяжении этих 3 лет. Я очень благодарен, что вы подписываетесь, особенно тем, кто активно участвует в жизни канала, пишет комментарии, то, что ему нравится, что не нравится. Ролики, где есть комментарии, что вам не нравится, указывающие на какие-то мои ошибки, более ценные, чем те, в которых вы просто поставите лайк или дизлайк. Потому что именно ваши комментарии, ваши пожелания помогают мне развиваться вместе с вами. И как диктору, как видеоблогеру, как человеку, помогающему вам. И не стесняйтесь, пишите в комментариях то, что вам не нравится, что бы вы хотели, чтобы я изменил, может быть, в себе, в своем видеоканале, в своей подаче материала, что касается видеороликов, что касается статей. А мы, друзья, как всегда, увидимся с вами в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не упустите возможность всего за $8 купить мою книгу о бодибилдинге, которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Fuck Fitness». Набирайте в гугле в поисковике, и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров. Книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарии, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. А мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем счастливо и удачи, сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье.
Вступай в мою закрытую группу профессиональных тренировок. На каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.